Карагандинские теплоэлектроцентрали оказались не готовы к нагрузке в отопительный сезон. Такое заявление сделали энергетики. Во время недавних морозов без тепла почти неделю сидели жители 4 районов областного центра. Температура в квартирах не поднималась выше 17 градусов. И вот тепловики подтвердили, что во время морозов теплоэлектростанция не додавала тепла. По их словам, у ТЭЦ-3 недостаточно мощности. Город разрастается, появляются новые микрорайоны. Власти отметили, что за некачественное теплоснабжение сделают перерасчет. Также в этом году начнут строительство еще одного энергоблока, турбины и котла. Стоимость инвестпроекта свыше 5 миллиардов тенге. Нагрузки очень большие, даже те, которые уже на сегодняшний день подключены, и планируем подключать довольно-таки, не знаю, проблематично будет выдерживать температурные графики. До минус 15 градусов, в принципе, температурный график соблюдается. Вот 106-108 градусов мы его выдерживаем. А как только температура опускается ниже, либо поднимается ветер, естественно, он не выдержится, потому как максимальная расчетная нагрузка 725-730 гигакалорий в час.